Всем привет, ребят! Вот я решил добраться до моего впуска. Как я уже рассказывал вам, в моем ваге, в обычном комплектации ФР, есть вот такая вот проблема. Воздух вот так попадает во впуск. То есть, по сути, здесь вообще ничего нету, просто вот прямое такое, ничем не закрытая сторона. И она каким-то образом, когда машина разгоняется, это все сюда попадает, и она как-то здесь еще подсасывает, ну, из двигателя. Я решил, что такой вариант совершенно не гончий, и надо его доработать. Ну, потому что это точно как бы... Мне один человек написал, инженеры ничего не делают зря, они там все рассчитали. Я не знаю, что можно рассчитать. Он ссылается на то, что перед капотом создается сопротивление, и потом воздух попадает сюда. Да, ладно, такое возможно, только как это вообще влияет вот на вот это вот, если она просто, вон, посмотрите, она просто вообще никаких ничего нету. Если здесь, вот с этой стороны, есть какие-то тут формы. Я уже тут немножко вырезал, сейчас вам расскажу. Соответственно, здесь как-то какая-то есть хоть какая-то геометрия для того, чтобы воздух попадал именно вот сюда, во впуск, то здесь этого нет, и он просто отсюда вот и забирает. Но в то же время он может как попадать сюда, так он может попадать из горячего пространства вот сюда. Возможно, там рассчитано, чтобы продувать там моторного отсека, но нам эта продувка не нужна, потому что в любом случае я бы допустил, что это охлаждение еще дополнительное. Но вот дело в том, что куда дальше все будет выходить? То есть у нас нет никаких отверстий, как в той же там Type-R, которая там все было просчитано. Возле моторного щита там были такие воздухоотводы, которые выходили. Здесь этого нет. Ну, соответственно, вот так. Что я сделал? Я хотел сначала просверлить, потом взял банально два ножа, обычную плиту. Часть ножа нагревал, и все. Мне главное было вставить, дальше я прорезал. Прорезал отверстие, и все, в принципе, готово. А второй нож нужен был для того, чтобы счищать. Пластик потом на ноже застывал, он просто легко с него счищался. И, в принципе, вот и все. И я подготовил отверстия, сейчас я их быстренько обработаю, и останется только вот это вот решить с этим вот окном, что с ним делать. Я уже, в принципе, придумал, вам покажу. Сейчас мы достанем, быстренько обработаем, чтобы здесь вот убрать всякие огрехи, все было аккуратно, и потом здесь заделаем, и завтра можем устанавливать, и даже, возможно, с этим настанет, посмотрим, дало нам это что-нибудь или не дало. В любом случае, сейчас жарко, будет температура такая же, как в прошлом году, когда я замерялся машину перед покупкой, так что мы посмотрим, принесет нам это что-нибудь или нет. Погнали! Ну, в общем-то, впуск окончен. Что у нас получилось? Тут пока такое временное было решение. Посмотреть, заработает, не заработает. Ну и здесь у нас нормально. Теперь человеческий прямо во впуск будет, без всяких там дырок. И теперь это все будет сюда и отсюда попадать. Ну, в теории должно заработать. В любом случае, по крайней мере, я уже на 100% буду уверен, что из-под капотки ничего мы брать не будем. И будем напрямую загонять туда наш воздух. Так что теперь осталось съездить на стенд. Это все высохнет, собрать обратно, съездить на стенд и проверить, что у нас получилось. Погнали!
Ребята, короче, я приехал проверять свой впуск. Я не знаю, что там получилось. Мне просто интересно, какая будет разница. Вы помните, годичная запись за давность. У нас был замер, правда, было достаточно жарко. Так как вы следите за этим автомобилем, который находится за мной, и его очень долго строят, мы вот этот период жаркого лета уже упустили. Сейчас на улице, наверное, градусов там 18-19, наверное, может 20 от силы. Поэтому чуть-чуть будет разница, но все же посмотрим, будет ли какой-то от моего этого инерционно-динамического наддува там какая-то разница с тем, что было. Все же... Да, вы можете сказать, что чел, ты там делал турбину, у тебя там была с гейтом проблема, но навряд ли она была год назад. Она появилась буквально там пару месяцев назад. Так что теперь мы ее сейчас повесим, замерим и посмотрим, дало нам что-нибудь впуск или нет. Я хотел купить еще и второй впуск, но сейчас из-за вот этого вот всего, что происходит вокруг, запчасти, все барыги просто с ума посходили, не знаю, что теперь новые запчасти с кучей стоят денег. Многие люди не знают, что эти запчасти можно привезти с Польши по тем же ценам. И, соответственно, с какой-нибудь Allegro там или с Литвы. И, соответственно, просто продают просто всякую дичь, вот эту я вам сейчас покажу, сломанную, разломанную, просто по таким космическим ценам, что проще даже было купить новую, это даже дешевле, чем купить впуск бэушный. И при этом, при всем, вот даже при этих всех, новый впуск стоит 120 рублей, а у всех ребят, у которых у меня есть ВАК, это GTI, Golf R, там Audi S3, у них, у кого там на покраске, у кого там уже отверстие в GTI, например, проделаны, стоит заглушка, про которую я вам говорил, кстати, заглушка мне уже тоже приехала. В общем, проблемы с этим есть. Ну, так что погнали, посмотрим, что получилось. Будут ли какие-то в плюс какие-то лошадиные силы, она сейчас вообще покажет какую-то ерунду. Погнали, проверим. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal.